Извините за качество звука, я использую свой старый микрофон. Всем привет, с вами Метеор, и сегодня я бы хотел показать, что мне выпало за все время в Киви. Приступим, заходим в инвентарь и смотрим сюда. Значит, мне выпали за все время, что у меня было, это Сайга Киви. Наверное, 3 штуки, да, 3 штуки у меня, одну я продал, одну я забрал себе, и одна мне выпала вот совсем недавно. Камуфляж Fort Origin. У меня их 2 штуки. Один я купил, один я выбил его. Себе перевел один, один остался. Fort Origin сам навсегда. Одна штучка тоже, чему я был очень рад. Шлем снайпера Киви. Это тоже был очень рад, потому что я охотился за этим шлемаком тоже долго. И сейчас я охочусь на медика шлем. Ну, никак не могу выбить. Жилет Киви. Я его купил, продавая разные вещи. Не помню то, что... А, да. Продавал я 2 скина Киви на AX. Сейчас дальше посмотрю, да, историю мою. Да, вот я продавал раз скин, потом я купил себе камуфляж, еще 2 кейсика покупал себе, но мне ничего не выпало. Еще один камуфляж продал, потом продал я камуфляж камыш, сайга еще, и купил жилет себе. Я потихоньку собираю боевые очки, собираю кейсики, я хочу открыть 20 кейсов Киви. Посмотрим, что из этого выйдет. А, потихоньку я еще собираю тоже материал на открытие кейсов. Я по одному, по 2 ключа открывал, записывал это. Ну, ничего такого стоящего мне не выпало. А, значит, что сейчас я делаю? Пока я сейчас также отправляю на эту миссию ее. Она пока, ну, принесла немного, конечно. Но я очень рад, что она хотя бы принесла дробовик Fort Origin, который я хотел. Но я хотел его в раскрасе Киви, короче. Отдельную пушку именно, не скин. Сейчас я хочу вот выбить еще один шлем на медика, потом на инженера и на штурмовика. Я хочу собрать всю, точнее, броню, потому что есть достижение, то что типа за каждый отдельный класс вот собрать снаряжение. Но у меня пока будет, наверное, только на снопа, если я не выбью остальные шлемаки, потому что я попродаю разные вещи и куплю себе еще ботинки, если мне вдруг не выпадет с 20 ключей, да, ботинки какие-нибудь. Ну, на этом все, как бы, да. Вот по ресурсам у меня очень все печально, прям плохо, все плохо. Пока сейчас кейсов нету, я сейчас все открыл. И мне также все давно, один раз только упали пятый левел, а все остальное я пока перекрафчиваю, который у меня есть уровни, я перекрафчиваю в пятый. Да, по кейсам, точнее по ресурсам все тоже очень плохо. Не знаю, как я скрафчу себе калаш в Киви, потому что я хочу себе достижение. Если скрафтите калаш Киви, вот такое вот достижение во время Киви. Ой, какой калаш Киви? АК Альфа, я уже совсем с этим Киви базидить начинаю. АК Альфа в событии Киви, во время события Киви. Вот такое достижение себе хочу, но, видимо, я его не получу, потому что не смогу скрафтить. И еще, блин, как бы я выбрал, не знаю, показывал, не показывал, я, конечно, подзабыл немножко, ну ладно, второй раз покажу. То, что я короче, скинул себе все навыки и вместо ключей взял все-таки траты энергии, потому что подумал то, что, ну, как-то я сейчас сильно не играю, и у меня постоянно нехватка боевых очков на пополнение ей энергии. А так я просто ее ставлю, она сама там проходит, не проходит, и все. Я, в принципе, в Warface почти не играю. Я сейчас играю, чисто делая жетончики, чтобы получить бесплатный донат. Прокачал ее пока вот так вот, то, что у меня сейчас есть. Боевые очки также оставил, потому что без этого мне сейчас никуда. И траты энергии взял минус 5 и минус 3 опыта. Зачем опыта, я вообще не понимаю на 50 левеле-то. Ну ладно, просто типа от балды, чтобы что-то было, наверное, админы сюда это поставили. И вот как-то так у меня пока обстоят дела за все прошедшее это время. А я хочу узнать, что выпало вам. Пишите в комментарии, мне будет интересно узнать. Может, кому-то улыбнулась удача, не как мне, то что чуть-чуть совсем нападало, и все. А я вам говорю спасибо за просмотр, всем удачи, пока и хорошего настроения на этот день. И побольше удачи в Киви.